Ну а Харчана Ломоносовна получила официальную прописку в Ленинградском зоопарке. Церемония передачи медвежонка прошла в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. В честь прибытия медвежонка украсили зверинец, который пока еще осваивает Харчана. Ну, мы сегодня собрались в Санкт-Петербургском зоопарке на очень хорошее событие, значимое событие, тем более в год экологии. Мы сегодня передаем, возвращаем бабушке, внучку Харчану, снежинку далекой Якутии. Харчану с большим удовольствием передаем и говорим о том, что это и есть символ связи между Якутией и Санкт-Петербургом. Это и есть результат нашей совместной работы. В 2013 году два зоопарка «Артода» и «Дуи» Ленинградский заключили соглашение. Из северной столицы в Якутию отправили медвежонка по кличке Ломоносов. В якутском зоопарке он составил компанию медведицы Коломани. Тогда же зверинцы договорились о том, что в случае рождения у пары медвежонка женского пола ее передадут в Ленинградский зоопарк. И в ноябре 2016 года у Ломоносова и Колымана на свет появился первенец – самочка Харчана.